Юрий Анатольевич, ну, с победой, во-первых, первый матч выигран, дело сделано, начало положено. Теперь хотелось бы услышать ваш комментарий. Какие впечатления, какие основные моменты можете выделить по завершившейся игре? Ну, победа важна, она первична. Второе, как бы, важно качество, да. Может быть, это и первое, и второе. И по качеству первый тайм получился более достойный. Второй тайм, как бы, была и ротация состава. Ну, а где девочки будут набираться опыта, если не в таких матчах? Поэтому сейчас строго точно судить не будем. Выиграли, и местами можно остаться довольными содержанием игры. По сопернику сначала показалось, что началось даже слишком, может быть, легко, что может закончиться достаточно крупным счетом, но в конце соперник, как хороший кенийский марафонец, втянулся и во втором тайме уже угрожал воротам достаточно серьезно нашим. Что скажете по их игре? Допущенные ошибки, которые мы допустили при развитии атаки, где-то в позиционном расположении в обороне, приводили к тому, что соперник потихонечку перехватил инициативу, и добрая половина второго тайма, она была нехорошая. Безенкова забила сегодня через 19 секунд, по-моему, после выхода. Получается, своевременно сделанная замена. Можете вспомнить такие случаи в сборной или, может, в клубной карьере, когда вот так вот выпускаете и прямо мгновенно забивает игрок? Сразу отвечу, вот сегодня Безенкова.